Ребята, всех приветствую. Хочу сегодня вам снять один небольшой видеоролик. Как, значит, вы вытащить корень из земли. В общем, удалить, скажем так, ненужное дерево и удалить ненужный корень. Ну, конечно, определенного размера. Значит так, вот у нас имеется корень такой. Я его, значит, пообкопал. Вот, значит, топориком пообрубил все веточки, которые здесь держали. Но там еще есть и веточки, которые там глубже. До них добраться очень, конечно, тяжело. Вот. И я, значит, приспособил вот такую канитель. Вот. Два бруска через пеньки. Диск мазовский. Вот, лебедка для поднятия тяжести на 4 тонны. Так, и ремешок. Это вот если, допустим, дерево следующее портить не хочется через ремень. И вот таким вот макаром. Вот, сейчас попробую выдрать отсюда этот корень. Не знаю, что у меня получится. Сейчас попытаюсь. Так, ну все, приступим. Потихонечку посмотрим, что у нас получится. Давай. Я думаю, 4 тонны должны вытащить. Только на 4 тонны. Крепко сидит, ничего не скажешь. Очень крепко сидит. Курнем. Перекур закончился. Лебедка у меня дотянула до конца. Пришлось перехватиться заодно. У нас уже идет потихоньку. Трещи, правда, стоит у нас страшенный. Ну давай, Юль, на, держи. Ага, снимай. Сейчас мы его все равно вытащим, он потому что уже пошел. Кончилось у меня. Сейчас надо будет опять лебедку перекидывать. Ну, сейчас посмотрим, может, мы его так вытащим. Так, лебедочку я перекинул еще. Кончается лебедка, не хватает расстояние. Корень вылазит, вылазит, и лебедка заканчивается. Так, ну что, вытащим его, нет, должны. Сейчас, разбираем, ждем. Ну-ка, а что, сейчас. Да.
корни здесь. Сейчас. Обрубить, может быть. Сейчас, Юрка, снимай чуть-чуть. Вот он корешок где. Еще где-то есть. Ага. Вот еще где-то. Выкорчивали. Да. Вот такой вот корень у нас получился огромный, да, Юль? Ну вот, ребята, в общем, при помощи вот таких вот нехитрых конструкций можно вытащить большую кореняку. Вот. Ну, пришлось, конечно, немножко попотеть, но зато все сделали. Ну, не с привычки, ремень сильно длинный. Троса не хватает. Был бы ремень покороче, сразу бы вытащил. Пришлось два раза, значит, перезаряжаться. Вот такой вот, ребята, небольшой видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.